О, здравствуйте, уважаемый рыбак. У нашего рыбака вот такой шикарный улов. Вот такой хороший карп, сазанчик. Вот такой улов. Надо уметь ловить. Жара, не жара, у нас клёв всегда есть. Есть. На что ловили? Форели нет. Очередной раз приехал в Чайку, где мне нравится. Уже никуда в другие места ехать не хочется. Хозяева хорошие. Ловил я на прикормке, значит, этот, клубника, кукуруза. Ловил на кукуруза и пару опарышей. Да, все. Пробовал, экспериментировал на один опарыш, венки начали брать, там штуки три я поймал. Одну кукурузу. Короче, я просто остановился. Я мог сегодня долбать, но сейчас он ловится. Вот честно говорю, не скрываю. Ну просто я когда-то сказал, больше 30 килограмм не буду ловить, и других призывал. Ну, стараюсь слово держать, я думаю, я не вышел за лимит свой. Спасибо. Всегда вам рады, приезжайте к нам. Все хорошо, спасибо.